Ну а сегодня в Рио открылась олимпийская деревня. Сборная России займет там одно, но многоэтажное здание. Об этом Лайфу сообщил глава российской делегации в Рио 2016. А номера в основном двухместные. Корпус, выделенный россиянам, восьмиэтажный. Причем руководители делегации выбрали его еще год назад. Он удачно расположен недалеко от столовой и от транспортного моста. Отдельно будут жить только гребцы и яхтсмены. Их поселят в гостинице рядом с лагуной. И это резонно и справедливо, иначе им пришлось бы добираться из деревни до места проведения соревнований целых 2 часа. Вот можем посмотреть, что и как номера выглядят. Могут такими достаточно аскетичными они показаться. 2 кровати, какой-то небольшой стол. Но с другой стороны, что еще спортсменам на Олимпиаде надо? Отдохнуть, расслабиться и дальше за рекордами и медалями.